Ich bin der König, Vater und Leiter. Дильзитер Кинг. Только в Бургер Кинг. И кэшбэк 50 рублей по карте МИР. Спасибо. Слушайте, хотел бы начать с заявления. Год назад я совершил роковую ошибку. У меня был месяц отпуска, и я решил быстренько сделать ремонт дома. Подумал, месяц, сейчас. Просто хотел передвинуть розетки поближе к кровати. Я не знаю, как так произошло. Но у меня, блин, сносят стены дома. Поаплодируйте, кто делал ремонт. Есть такие в зале? По голове бьешь себя, да? Я уверен, вы не хлопаете, просто руки трясутся. Я ненавижу ремонт. Короче, я решил, есть профессионалы, пусть они делают ремонт. Начал искать хорошую бригаду. Приехала первая бригада. Я специально говорю, приехала первая бригада. Я потом их не считал. Они зашли, первая бригада, сказали, так, дайте нам 2 месяца, и вы не узнаете свою квартиру. Прошло 2 месяца, я не узнал свою квартиру. Все, как они обещали. У меня было 80 квадратных метров, они сделали 6. Остальное руины просто. Колизей больше закончен, чем моя хата. Короче, я нанял другую бригаду. Приехал прораб. Я ему все объяснил такой, с усишками. Он говорит, ну тут надо покумекать. Тут покубатурить надо, тут с кондачка-то так это не скажешь. Я думаю, египетская сила, давай-ка обратно в сериал «Воронины». Давай. Приехала другая бригада, чистые, адекватные, классные пацаны, говорят, Павел, все сделаем, все сделаем. Я отдал им деньги, и вот пока я ехал в лифте до первого этажа, у них кончились деньги. Они месяц мне звонили, не хватает краски, кончились двери, паркета нет, мы можем положить ламинат. И так только строители делают. Ты не приходишь к врачу, и он такой, кончился наркоз. Нет шприцов, хотите укушу? Сисек нет, давайте ламинат туда упихнем. Еще я понял, почему строители друг друга зовут Михалыч, Палыч, Петрович. Чтобы их, блин, не нашли потом. Они прячутся за отцами. Никто не знает имен их. Короче, знаете, какой я в итоге сделал вывод? У нас в стране есть одна хорошая бригада. Сериал с Безруковым. Все, больше хороших бригад нет в стране. А еще цены в Москве космические вообще. Мне с квартирой хочется поступить как с зубами. Взять, отвезти ее в Пензу, там сделать и привезти в Москву. С мебелью беда вообще. Нереально закончить вовремя. Потому что мебель опоздает все равно в итоге. Все равно. Вот эти передачи, знаете, которые начинаются? Сегодня мы находимся в самом дальнем уголке планеты. До ближайшего населенного пункта 7000 километров. Вот оттуда, блин, едет диван. С диваном отдельная история, ребят. Короче, мы заказали зеленый угловой диван, красивый. Мне говорят, диван скоро приедет. Мы ждали его, он как Моисей с евреями, 40 лет где-то ходил, 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 пришел в итоге к нам. Мне говорят, диван, я все переоделся в чистое, иду встречать диван. Захожу, стоит угловой диван. Половина зеленого, половина серый. Серый, я думаю, где-то же такая же охреневшая семья, которая смотрит на свой диван и думает, блин, почему половина зеленая? Я знаю, кто виноват во всех этих бедах. Это вы, девочки, вы виноваты. Да, потому что не бывает такой ситуации, что жена сидит спокойно, смотрит телевизор и подбегает муж. Марина, мы живем в аду, я не могу так больше. Мне нужны венецианские шторы. Нет, такого не бывает. Мужик будет оттягивать ремонт до последнего. Даже если ему штукатурка упадет в борщ, он просто будет обедать левее. Я понимаю, почему вы, девочки, думаете, что ремонт это просто. Потому что вот так выглядит реклама строительных магазинов. Пара делает ремонт. Классные, счастливые. Вроде любят друг друга. Но приблизьте, покажите. Там же сквозь зубы. Помогите! Верните обратно.
Она его не обнимает, она его держит. Держит, чтобы он не просверлил себе бошку. Первый человек, который не застрелился, а засверлился насмерть. Потому что у него была нормальная белая стена, пока эта дрянь, блин, не возьнула зеленым. Человек науки. Я космонавт. И человек в погонах. Служу России. Будут вынуждены работать вместе над своими отношениями. Нас с вами нужно проверить на совместимость. На что? Понять, смогу ли я с вами быть в качестве зятя, а вы со мной в роли тестя. Новая криминальная комедия. Че, не напугался? Не-не-не, нормально. Открывай, полиция. В понедельник в 8 вечера. Ну, че обсудить с моим психоаналитиком? Премьера на ТНТ.